маленькая кошечка решила подставить большую собаку и наложить кучу кирпичей на ковер. Мам! Но большая собачья куча никак у нее не вышла. Поэтому она спалила свой план мести. Интересно, почему? К сожалению, Симка... Майнин с вами! Всем привет! И сегодня у нас реакция на... Вэл, ее анимацию называется «На тайная жизнь моих домашних животных». Прям как мультфильм. Анимация Вэл. Да, я уже потом говорил сам. Я Вэл. Не так давно под первой частью моих домашних питомцев вы набрали 350 тысяч лайков. Надеюсь, не забуду это поправить. Ну я же просила 100 тысяч. Вы что, сумасшедшие что ли? Ладно, я шучу. Просто мы опасны. Продолжайте. Что ж, я говорила, что у меня было немало домашних питомцев. Ну так вот, у меня были крысы и паучок Гэри. Но хорошо, что крысы жили в клетке, а Гэри в туалете в дальнем углу. Эй, ты здорово. Вначале был черный крыса. Крысмен. Крыса-мальчик, короче. Мама почему-то называла его красавчиком. Я не знаю, в каком месте он был красавчиком, если он постоянно меня кусал за пальцы своими желтыми зубами. А потом мы взяли крысу девочку зачем-то и назвали Нора. А потом у них родилось много детей. Очень много детей. Они же супер плодятся. Так много, что они забивались в трубе, которая соединяла первый и второй этаж. What the fuck? Да, у них была многоэтажка. Они могли себе такое позволить. И эти слепые крысята пищали и не могли самостоятельно выбраться из трубы. Микки Мауса. Зато вот кошка Симка была одной из самых умных животных, которые у меня были. Она ощущала себя королевской кошкой Букингемского дворца. Букингемского. Симка? Ой, простите. Ее высочество Серафима прекрасно не любила, когда ее долго трогают своими ручонками. Прекрасная. А еще она не мяукала. Совсем. Но зато она часами дремала под теплыми лучами солнышка, предпочитала не горшок, а сразу унитаз и часто умывалась своими беленькими лапками. Но когда у нас появилась собака Миля, Серафима прекрасно начала ревновать и мстить по-королевски. Маленькая кошечка решила подставить большую собаку и наложить кучу кирпичей на ковер. Мам! Но большая собачья куча никак у нее не вышла. Поэтому она спалила свой план мести. Интересно, почему? К сожалению, Симка не могла смириться и в итоге сбежала. Либо она, либо я. Вы сделали свой выбор. Не переживайте, мы жили на первом этаже. Но и собака Мили у нас тоже не прижилась. С рождения она жила далеко за городом в вольере. А когда мы привезли собаку к нам домой в город, она очень сильно стала бояться дорог и машин. Поэтому вытащить ее на улицу было просто невозможно. Я понимаю, как это ударило по психике, когда убегает тебя кот. И как вы понимаете, туалетом для нее стала вся наша квартира. И в том числе диван. После какого-то количества времени мы снова решили завести кошку. Мама хотела сиамского котенка. Поэтому она договорилась с одной очень хорошей знакомой. Эй, Лариса, у тебя сиамская кошка. Сиамская. Мы хотим котенка. Оставь нам, пожалуйста, одного, когда твоя кошка разродится. Хорошо, я оставлю вам сиамского котенка, когда моя сиамская кошка разродится. И когда мы пришли забирать наше мохнатое там чудо, то увидели котенок. Один черный полулысый комочек с гнойными глазками. Он оказался не сиамским. Но мы все равно его взяли, потому что я не знаю, почему мама отважилась его такого взять. Ну и котенок Василий Чуханский рос и по-прежнему это... выглядел как гадкий утенок. Послушно. А через пару месяцев у него вообще пообламывались усы и выглядело. Короче, круто, так. Хорошо. Ну так это правильно, надо ухаживать за любыми животными. Усы, распушился, это цебоярский кот. Не узнать. Премилашечка. Кчау. Кчау. Но вскоре мы его кастрировали. Кчау. И чё? Помимо всего этого, он любил меня больше всех. Он настолько часто терся об меня, что мне приходилось постоянно чистить одежду от шерсти. К слову, этот кот живет у мамы до сих пор. А теперь слова благодарности в честь миллиона подписчиков. Спасибо. От души. Душевно. От души. Душевно. О. Алых роз. Мне сразу эта песня напоминает «Ну погоди». Забавно, что она своих подписчиков зефирками нарисовала. Свою жизнь я себя превратил в ничто. Подпишись. Забавно, круто сделано. Очень, на самом деле, позитивный видос, милый. Мне нравится анимация Вэл, мне нравится, как она их делает. Не знаю, почему некоторые как-то... Есть люди, которые немножко хейтят или говорят, типа, ой, лучше бы сделали другого анимацию, реакцию. О, как по мне, очень прям респект, потому что они одни из самых ярких, самых качественных.
очень милых, супер мемных в некоторых местах. Ну, как по мне, очень круто, очень. Но я хочу сказать, что подписывайтесь на Вэл, ставьте лайки, и нужно еще больше подписчиков, также еще нужно больше подписчиков в мне. Ну, я ничего не прошу, кроме как подписаться, поставить лайк, написать комментарий. И напомню, что у меня есть промокод. Он есть в описании. Вот такие вот дела. Теперь всем удачки, всем пока.